Загадочно. Сюда нам. Конечно. Вот еще машинка красная, там Феррари или что. Не Феррари. Красная спортивная красивая машина. Но никого вокруг нету. Они все сидят там. Да. Внутри. Внутри, конечно. Да. Я тебя просила, побегай вокруг елки. Бегом. Да. Как в фильме «Боги, наверное, сошли с ума». Да, и вот они бегали, должны были, чтобы их снайпер не достал. Да, а я... Одень еще одну шапку. Какую шапку? Сверху, а то холодно тебе. Надо бегать. Саш, ты ж ходи задом наперед, чтобы я лицо снимала, а не спину твою. Ну вот задом и ходи. Наконец-то вот в этот вот лес, в Телеши. Конечная станция. Конечная остановка. Это мое любимое место. Но грибов я здесь не найду. Я точно знаю. Но хотя пойду посмотрю у водоема. Водоем здесь есть. Здесь речка Ольшанка. И здесь росли у воды саркосифы, рядовки всякие, говорушки и все маслята, поросята. Тут, господи, я видела эту поросенка. Молчу. Опять фламулину. Как же я найду эту фламулину? О, но я все равно нашла вот красивое что-то. Это грибы-слезевики. Вот такие. Да. Это, я думаю, розовенькие, очень красивые. Это типа слезевиков лейкогалы. А это не водоросли, а это такие лишайники, но не трутовики, что они. Но они довольно-таки плоские, потому что... Ой, что это там такое коричневое? На камеру я не понимаю, сейчас глазами посмотрю. Много чего интересного. Не зря я сюда приехала. Вот. Оно довольно-таки плоское, потому что оно все замерзло. И замерзла очень сильно. 16 градусов мороза. Но красиво. О-о-о. Ладно, будем разбираться, что это такое красивое. Лишайники какие-то. Природа шепчет. Так. Как бы не поскользнуться мне. Да, тут не страшно, тут мягко. Если даже и поскользнусь. Дрожалку какую черную найти бы. Из интереса. Нет, попил чайку. Сейчас он меня назад повезет сам. Хорошо. Я его сюда привезла, а он меня обратно отвезет. Все, на этом мы заканчиваем свою поездку. Еще не скоро выедем пока из леса. А потом далеко забрались. А потом еще путь. 25-30 километров на заправку ж надо. Все, всем пока-пока. Птичка распелась. Всем пока-пока и до встречи.